Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале интернет-магазина frontcamp.ru и установочного центра. И сегодня у нас на установке автомобиль Chevrolet Tahoe. Сюда мы установили головное устройство от компании Letran с размером экрана 10 дюймов. Она сюда встает через переходную рамку. А сама переходная рамка встает в штатные пазы самой магнитолы. И она идет немножечко выступающая, так чтобы сама база мультимедиа она вставлялась в эту рамку. И благодаря чему можно установить магнитолу вот с таким большим дисплеем. Магнитола обладает топовыми характеристиками, а именно на борту имеется 6 гигабайт оперативной памяти, 128 встроенной и имеет 8-ядерный процессор. В самой магнитоле присутствует свой встроенный модем, который выведен на бардачок, как и USB-устройство. То есть сюда можно подключить по USB флешки, либо же жесткие диски, а также вставить сим-карту для доступа к интернету. Помимо слота под сим-карту, то есть через встроенный модем, вы можете подключиться к интернету с помощью Wi-Fi. В настройках есть тут связь, Wi-Fi. Вы можете раздать через свое мобильное устройство, либо переносной модем, точку доступа и уже подключиться. Затем вы уже можете пользоваться такими сервисами, как Play Market, откуда можете скачивать большинство различных приложений. Можете пользоваться сервисами Google, можете использовать YouTube. Кстати, по поводу YouTube, вот здесь есть функция дублирования экрана. Извиняюсь, не дублирования, а именно разделения. То есть вы можете поделить экран на две части. Например, YouTube в одной части, а во второй части вы можете, например, запустить навигатор. Навигатор здесь предустановлен от Яндекса. То есть тем самым вы уже можете двигаться по своему направлению и просматривать видеоролики. В данной комплектации у нас есть штатный усилитель, который запускается по коншине, и также кнопки на руле. Тут вот есть подрулевой джойстик управления громкостью. Садовников. Есть переключение треков. Тем самым мы можем управлять магнитолой с помощью данных кнопок. Адаптирована с подсветкой, то есть при включении габаритных огней у нас включается боковая подсветка клавиш и изменяется яркость самого дисплея. В данной комплектации у нас есть также штатная камера заднего вида, которая шла с завода, и при переключении на заднюю передачу у нас магнитола автоматически переходит в режим камеры. И также эта камера дублируется на зеркало. Если у вас остались вопросы касательно работы магнитола, либо же вас интересует совместимость с вашим автомобилем, вы можете задать о них вопрос в комментариях, либо же позвонить по нашему телефону. С вами был интернет-магазин FrontCam. Всего доброго!